Маленькая, добротная и очень красивая. Каким-то таким было мое первое впечатление от Шнек соковыжималки Scarlett. И будем честны, уже за такой дизайн ее можно поставить на самое видное место на кухне, чтобы и свой глаз радовать, и гости заметили. Я Катя, это канал Розетка Бытовая Техника, и предлагаю разобраться, так ли хороша эта соковыжималка в работе, как она выглядит. Для начала отмечу, что эту красотку можно смело назвать бюджетником в мире шнековых соковыжималок. Ни на что не намекаю. Просто сами посмотрите на цены аналогичных соковыжималок. При этом по характеристикам она совсем не уступает им. Как и подобает соковыжималкам такого типа, состоит она из трех частей. Моторной, части со шнеком и верхней части, в которую нужно проталкивать продукты. Собрать ее как-то не так просто невозможно. Но если вдруг что, знайте, при неправильной сборке она не включается, как бы вы ни старались. Вот так выглядит шнек и его скорость вращения 65 оборотов в минуту. Так сетчатый фильтр, к слову, сделан он из нержавеющей стали, и это у нас вращающийся держатель фильтра. Цвета, безусловно, просто огненный огонь. В компании определенно думают о том, чтобы техника не только работала хорошо, но и выглядела прекрасно. Эти же цвета перенесли и на заглушку сливного носика для сока. Эта заглушка выполняет важнейшую функцию – спасает от уборки после приготовления сока. То есть соковыжималку все-таки чистить придется, и благо для упрощения этой работы в коробку положили щеточку для чистки и завезли реверс, который убирает все налипшие части цитрусовых и косточки от них. Но не придется вытирать стол под соковыжималкой, ибо легкое движение руки и сок не капает, а остается в носике. Совет. Выжимайте сок только с закрытой заглушкой. Если проигнорируете этот момент, то готовьтесь увидеть в емкости для сока мякоть и кусочки фруктов. К слову о емкостях. Конечно же, их две, для жмыха и для сока. Они абсолютно одинаковые по объему 600 мл, так что не имеет значения, какую и куда ставить. Каких-то фильтров сеток тут нет, собственно, как и отделителей от пены тоже нет. Но и пены в соке практически нет, а если сравнивать с центробежными соковыжималками, то вообще нет. Вот такое количество сока и жмыха мы получили из моркови весом 500 грамм. Предлагаю проверить, сколько сока и какой жмых мы получим из других продуктов. Яблок, сельдерея со шпинатом, помидоров. Результат, как по мне, отличный. В компании навыки делать много сока и сухой жмых называют технологией soft press, но я бы просто назвала бы это крутой соковыжималкой. Она может справиться и с мягкими продуктами по типу перца, клубники, винограда, и с твердыми – свекла, батат, картофель, и с травами, ну это вы и сами видели, и даже с бобовыми и орехами. Был бы это смартфон, можно было бы сказать, что это топ за свои деньги. Я и в случае с соковыжималкой так говорю, но просто в той ситуации это привычнее. Можно ли назвать эту соковыжималку идеальной и лишенной каких-то недостатков? Нет, недостатки есть, но существенны ли они? Нет фильтра сетки или отделителя от пены для емкости, в которой собирается сок. Но будем честны, там той пены практически нет, вы и сами это видите. Емкости для сока и жмыха могли бы быть побольше, но опять же, перелить из емкости в стакан – дело несложное. Функция реверса и капля-стоп есть. Прорезиненные ножки для максимальной устойчивости тоже есть. Сок чистый, жмых сухой. Мне и правда кажется, что это просто топ за свои деньги. Переходите по ссылке в описании ролика, чтобы сделать заказ. Всем пока!